Переселение граждан из аварийных домов. Эта федеральная программа стала основной темой окружного совещания, которое провел в Чувашии полпред президента России в ПФО Михаил Бабич. Присутствовал на нем и заместитель министра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис. Перед совещанием гости побывали в новом доме, 20 квартир в котором предназначены для бывших жителей аварийных домов. Ольга Пырочкина подробнее. Кризис кризисом, а ликвидацию аварийного жилья в стране никто не отменял. В Чувашии за время действия программы новоселье справили 5100 человек. Супруги Григорьевы в новую квартиру уже привезли мебель, на днях переедут сами. Мы жили по улице Гражданской, там деревянные двухэтажные дома, у которых все прелести на улице. Кроме света, газа, ничего нет, все на улице надо ходить, за водой, в туалет, сараи. И квадратура у нас была 19 квадратов, однокомнатная квартира. Ничего, без удобства, в общем, жили, и столько времени много. Хоть на старости или нет, мы добились вот этого. Отделка все хорошая, район. Все, район хороший, да. Магазины... Все рядом. 8 тысяч человек еще ждут переселения. Больше 6 тысяч из них должны справить новоселье в этом году. Денег на все и сразу в бюджете не хватает. К решению вопроса пришлось подойти нестандартно. У нас практически 50% из всей программы и всего аварийного фонда – это, конечно же, город Чебоксар. Хотелось бы остановиться только на том моменте, что Чебоксары сегодня активно реализуют программу без поддержки средств фонда и республики в рамках развития застраиваемых территорий. Один застройщик, но он выиграл этот земельный участок через публичную процедуру, отдельно под застройку. Выиграл его за 5 миллионов рублей в год и выиграл отдельно аукцион по развитию застроенной территории. Развить застроенную территорию – это 3,5 гектара земли, в которую входило в том числе 7 домов по программе аварийного жилья. И в обязательствах застройщика было переселение за свой счет жителей из этих 7 аварийных домов. Это 59 квартир, 20 квартир из которых он переселяет сюда. В условиях, когда всем в России приходится затягивать пояса, расходы по разделу жилищно-коммунальное хозяйство в федеральном бюджете на 2016 год сокращаются больше, чем на 40%, такой подход Чувашии полпред поставил в пример остальным субъектам федерации. Вот мы сейчас были на одном из объектов здесь, в Чебоксарах, смотрели не просто дом, куда переселили людей из аварийного жилищного фонда, осмотрели механизмы, которые региональная власть, местная власть создает для застройщиков, создает для населения, для того, чтобы эту проблему решить. И здесь, в Чувашии, картина очень благоприятна относительно многих других регионов. Она не идеальная, но здесь находят механизмы, каким образом эту проблему решать. Общий объем инвестиций – это практически более чем 5 миллиардов рублей. И здесь я полностью подтверждаю слова Михаила Викторовича, в строительную отрасль идут эти инвестиции для того, чтобы поддержать и обеспечить этим жильем, комфортным жильем, прежде всего, тех жителей, тех семей, которые проживают десятилетиями в аварийном жилом доме. В докладах регионов не должно звучать традиционное «у нас нет денег», считает полпред. Нужны конкретные предложения по решению проблемы. В целом, по ПФО формируется парадоксальная картина, когда при схожих экономических ситуациях и составе населения, к примеру, Республика Марий-Эл план перевыполняет, а Саратовская область программу фактически проваливает. В большинстве случаев те или иные срывы, те или иные задержки связаны с качеством работы управленческих команд. Об этом мы как раз сегодня и говорили. Что касается Чувашской республики, то я как в прошлый раз говорил, что по большинству направлений Чуваш выглядит очень неплохо. Если все пойдет по плану, то жители домов, которые признали аварийными до 1 января 2012 года, справят новоселье до сентября 2017. Ольга Пырочкина, Андрей Спиридонов, Республика.